Замедление движения сердца к Аллаху. К скверным последствиям грехов относятся то, что они замедляют движение сердца к Аллаху и к миру вечному, или становятся помехой на его пути, и заставляют ему остановиться, не позволяя ему сделать ни шага на своем пути к Аллаху. Это в том случае, если они не заставят его еще и отступить назад. Грех становится завесой перед подошедшим к цели, заставляет остановиться идущего и отступить стремящегося. Сердце движется к Аллаху с помощью своей силы. А если оно больно грехами, то сила, с помощью которой оно движется, истощается. А когда оно уходит совсем, оно оказывается отрезанным от прибытия к Аллаху так что ему уже трудно будет восстановить свое движение по этому пути. Аллах ⁇ тот, кого просят о помощи. Грех либо умершвляет сердце, либо заставляет его серьезно заболеть, либо истощает его силы. И это неизбежно. И так продолжается до тех пор, пока не придет человек к одной из восьми вещей, от которых пророк, мир ему и благословение Аллаха просил защиты у Аллаха. Это тревога и печаль, слабость и лень, скупость и трусость, бремя долга и притеснение со стороны людей. В достоверном хадисе упоминается о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, обращаясь к Аллаху с мольбами, «О Аллах, я прошу у тебя защиты от тревог и печалей, от слабости и лени, от трусости и скупости, и от бремени долга, и от притеснения со стороны людей», — передал Аль-Бухари. «Каждые две из них сопутствуют друг другу. Тревоги и печали — спутники, ибо они представляют собой беду, постигающую сердце. Если она связана с тем, что грядет, то это тревога, а если она связана с тем, что было в прошлом, то это печаль» и слабость и лень – спутники. Если раб Аллаха упускает причины блага и преуспеяния, то если причиной тому неспособность, то это слабость, а если причиной является нежелание, то это лень. Трусость и скупость – тоже спутники. Трусость – это отказ от благодеяния посредством тела, а скупость – это отказ от благодеяния посредством имущества. Бремя долгое и притеснение со стороны людей – тоже спутники. Поскольку если кто-то одолевает его, имея на это право, то это относится к бремени долго, а если его одолевают без права, то это притеснение со стороны людей. Подразумевается, что грехи относятся к наиболее сильным причинам прихода к человеку этих восьми вещей. И они относятся к сильнейшим причинам того, что на человека обрушиваются беды и злосчастье, у него оказывается тяжкая судьба, и враги его получают повод злорадствовать. И, наконец, грехи относятся к сильнейшим причинам ухода милости Аллаха и даруемого им благополучия, и прихода бед, и недовольства его. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, просил у Аллаха защиты от тягот, от несчастий, зла предопределенного и злорадства врагов. Адаб Муфрат. Уход милостей и приход бед. К скверным последствиям грехов относится и то, что они способствуют уходу милостей и приходу бед. Какой бы милости не лишился раб Аллаха, причиной тому его грех – и какая бы беда ни обрушилась на него, причиной тому его грех. Как сказал Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Беда приходит не иначе, как из-за греха, и уходит она не иначе, как по причине покаяния. Всевышний Аллах сказал, «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и он прощает вам многое». Сура Совет, аят 30. «То есть, какое бы несчастье ни постигло вас, и мирское, и связанное с религией, оно постигает вас за совершенные вами грехи. И Господь ваш прощает вам многие скверные деяния, не взыскиваясь вас за них». Тавсир муесар. «И Всевышний Аллах сказал, «Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям». Пока они сами не изменяют того, что в их душах. Сура Добыча, аят 53. Всевышний Аллах сообщил, что Он не лишает человека тех милостей, которыми одаривает его, до тех пор, пока сам человек не изменит то, что у него в душе, заменяя покорность Аллаху ослушанием, благодарность Ему неблагодарностью, причиной его довольства причинами его недовольства. Если человек меняется подобным образом, то и Аллах изменяет его положение. Это воздаяние, соответствующее поступку, ведь Господь, как известно, не притесняет своих рабов. Если же человек переходит от ослушания к покорности, то и Аллах изменяет его положение, заменяя ему наказание благополучием, а унижение величием. Всевышний Аллах сказал, Поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает наслать на людей испытания, то ничего не предотвратит этого. Нет у них властелина, распоряжающегося их делами, дарующего желанное и избавляющего от ненавистного, кроме него. Сура Гром, аят одиннадцатый. А в одном из преданий Всевышний Господь сказал, Клянусь моим могуществом и величием. Если кто-то из рабов моих перейдет от того, что я люблю, к тому, что мне ненавистно, я непременно переведу его от того, что он любит, к тому, что ему ненавистно. И если кто-то из рабов моих перейдет от того, что ненавистно мне, к тому, что я люблю, я непременно переведу его от того, что ему ненавистно, к тому, что он любит. Замечательно сказано, если благо какое-то есть у тебя, ты его береги. Ведь благо грехи без труда уничтожить способны. Благо свое окружи и спаси ты покорностью Господу. И помни о том, что Господь твой скор в наказании. Несправедливости всякой остерегайся как можешь, скверны последствия всякой несправедливости сердцем своим возвращайся назад сквозь века и смотри что же случилось с древними несправедливыми? вот их жилище свидетели против их обитателей жилищем ли этим теперь предъявлять обвинения Что было для этих людей вредоноснее несправедливости? она принесла им скверную страшную участь сколько садов и дворцов они в этом мире оставили и прочих несметных сокровищ, сколько их было. Войдут они в ад, и блаженство там не испытать им, и обретенные ими блага, словно сон улетучатся. Страх в сердце. К скверным последствиям грехов относится и то, что Всевышний внушает сердцу грешника страх, и ты видишь его не иначе, как напуганным, охваченным страхом. Поистине, покорность величайшая крепость Аллаха, вошедшей в которую пребывает в безопасности от наказания в мире этом и в мире вечном. А кто выйдет из нее, того опасности обступят со всех сторон. Для того, кто покорен Аллаху, опасности превращаются в безопасность. А для того, кто ослушивается его, безопасность сменяется опасностями. Сердце всякого грешника как будто между двух крыльев птицы. Когда ветер шевельнет дверь, он восклицает, За мной пришли. Услышав же звук шагов, он боится, что шаги эти предвещают ему погибель. Ему кажется, что всякий крик обращен к нему, и всякая беда идет к Нему. Того, кто боится Аллаха, Он избавляет от всех опасностей. А тому, кто не боится Аллаха, он внушит страх перед всем. Так судил Аллах людям с самого их сотворения, что страх с преступлениями вечно в одной упряжке. Отчужденность. К скверным последствиям грехов относится и то, что в сердце грешника появляется отчужденность, чувство одиночества. Грешник чувствует себя чужим. Отчужденность возникает между ним и его Господом. Между ним и людьми, и даже между ним и его собственной душой. И чем больше у него грехов, тем сильнее это ощущение. Самая горькая жизнь, когда живешь, ощущая себя чужим и охваченным страхом. А лучшая жизнь ⁇ жизнь, ощущающих свою близость к Господу. И если разумный посмотрит и сравнит удовольствие, доставляемое грехом, с тем чувством страха и отчужденности, которые они приносят, то он непременно осознает всю скверность своего положения и то, в каком убытке он остался, продав близость покорности и приносимые ею безопасность и сладость за чувство отчуждения и страха, приносимое грехами. Если грехи от Аллаха тебя одолели, то если желаешь, от них откажись ты и близость к нему обрети. Суть вопроса в том, что покорность приближает Господу, и чем сильнее близость, тем сильнее ощущает ее человек. А грехи отдаляют его от Господа, и чем сильнее он отдаляется, тем острее ощущает свою отчужденность и отдаление. Поэтому раб Аллаха ощущает отчужденность между ним и врагом Его, обусловленную их сердечной отдаленностью друг от друга даже если они находятся рядом. И он ощущает близость к тому, кого любит, даже если он далеко от него. Причина отчужденности – завеса между рабом и его Господом. И чем толще завеса, тем сильнее эта отчужденность. Беспечность влечет за собой отчужденность, но отчужденность, порождаемая грехами, еще сильнее. А отчужденность, порождаемая неверием, еще серьезнее. Всякий, кто соприкасается с чем-то из этого, непременно ощущает отчужденность в соответствующей тяжести преступления степени. И эта отчужденность проявляется на его лице и в его сердце. Он чуждается, и его чуждаются.